Всем здорово! Только сейчас обратил внимание, что у меня просто на телефоне камера следит за моим движением. Ничего себе. Прикольно. Каждый день узнаю, что снова посмотрите фан. Итак, ладно. Сегодня мы на тренировку. И рассчитываю приседать с весом где-то граммов 170-180. Загадывать не буду, но я так думаю. Ну, если, конечно, это видео попало в интернет, значит, присел. Наверное. А может, и не присел. Посмотрим. Итак, мой личный вес сейчас 75 килограмм. Так что пожелайте мне удачи, я пошел в тренировку приседать. А потом, если все удачно, я выложу результаты своих приседаний в интернете. Все, всем пока. Или до новых встреч. До свидания. Всем опять здорово! Только что вернулся с тренировки. И сделал я то, что хотел. Присел я, значит, 180 кг на 11 и 170 на 2. Результат меня не обрадовал, потому что я где-то неделю или чуть больше не ходил. Да и вообще в последнее время стал где-то заниматься. И результат не стал. Так что пишем комментарии, если вам понравилось видео. Ставим лайки, задаем вопросы, ну как понимать, пищу, тренироваться, спать, не спать, и что делать. Буду стараться по возможности отвечать на вопросы и давать какие-то советы. Всем пока.